Предложили 500 тысяч рублей. Один из подозреваемых в теракте в Крокус прилетел из Турции. Один из задержанных по подозрению в теракте в Крокус-Сити-Холле признался, что прилетел из Турции 4 марта. Видео допроса опубликовала в телеграм-канале главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. «Там в Турции документы закончились, здесь границу пересек», — сказал подозреваемый. Он рассказал, что его завербовали в одном из чатов Telegram. Мужчина рассказал, что слушал в Telegram проповедника, и ему написал его якобы помощник. Он пообещал ему деньги за убийство людей. Задержанный уточнил, что кураторы связали с ним месяц назад и предоставили оружие. Ему дали задание убивать всех людей в зале и предлагали за это 500 000 рублей. На опубликованных кадрах подозреваемый назвал дату рождения 17 сентября 1998 года. Вечером 22 марта неизвестные устроили стрельбу в концертном зале Крокус Сити Холл в Подмосковье. По информации российских СМИ, в партер комплекса ворвались люди в камуфляже и открыли стрельбу из автоматического оружия.